Добрый день. Для того, чтобы запустить ЕСРВ в качестве базы от внутреннего радио, соответственно, мы антенну прикрутили, внешнюю радиомодель подключили. Заходим сюда, нажимаем соединение. Соответственно, 84-й у нас база, соединиться. Соединились. Сейчас мы выберем частоту, на которую он будет передавать. Всем база. Соответственно, база соединилась. Здесь есть настройка радио по умолчанию. Соответственно, здесь мы выбираем заводские, кто там, E-Survey, на какой частоте он будет. Ну, допустим, родная частота E-Survey. Соответственно, нажимаем ОК, и он сам себя это устанавливает. Все, он установил. Затем мы заходим в конфигурацию. Здесь база, допустим, редактор. Редактируем. Ну и, соответственно, здесь база, имя .1, автономное, это условное. Если какой-то со списка, то здесь забиваем, там с какой со списка мы выбираем точку. Сейчас мы это не делаем. Дальше поправка RTCM 3.2. Дальше вот эти настройки все остальные. И обнаружение каналов. Нажимаем обнаружение каналов. И, соответственно, здесь тип частоты по умолчанию. Нажимаем ОК. И он эти обнаруживает каналы, которые мы здесь до этого прописали. Сигналы. Все, он обнаружил эти каналы. Сейчас он обнаружит. Нет сигнала. ДБшки. Все. Затем мы находим. Здесь выбираем, какую частоту. Ну, допустим, мы выбрали частоту. Можем 2/442. И здесь обязательно протокол проставляем. Какие протоколы он будет передавать. Ну, обычно мы даем там... Хайтаргетский есть, Сател это Лейковский, Саучевский есть, ну Тримтак 3, допустим. Теперь мощность здесь можем выставлять, чтобы она была слабая, база выставляла, либо 2 Вт, вот 2 Вт. Все, нажимаем сохранить, применить, и база начинает передавать поправки именно в той автономной частоте, этой, какого, координате. Все, он когда передает поправки, соответственно, вы видите, здесь будет моргать. Все моргает. Теперь мы настраиваем сам ровер. Заходим сюда, соединение. Отключаемся от базы. 86-й подключаемся, соединение. Соединяемся с ним. Все, подключились. Соответственно, здесь тоже самое. Настройка радио, его же радио, E-Survey, как вы там настроили в базе, нажимаете ОК, и он эту частоту прописал. Дальше заходим в конфигурации, здесь внутреннее радио, допустим, внутреннее радио. И, соответственно, здесь также все внутреннее радио, и частоту нашу вторую выбираем, которую мы 442, протокол оставляем Trimmark 3, сохранить, применить. И он сохраняет, применяет. Как только он получает поправки, он выдает сигнал, звуковой сигнал вам об этом, то, что принял поправку. Все, плавающий, фиксированное решение, соответственно, съемка точек. Вуаля. Все, фиксированное решение, здесь он сразу поправки вам выдает и показывает. Спасибо большое за внимание.